Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання. В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Світлого Радіо. Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо. Добрий день. Питання від слухачів. Написано Ефесянам 4.5. Или Ефесянам. Один Господь, одна вера, одно крещение. О каком крещении идет речь? Да, сложный вопрос. Потому что мы знаем, что было Иоанново крещение в покаянии и было крещение в Иисуса Христа. И давайте мы посмотрим вместе, порассуждаем, как тут написано. Допустим, когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел, и к нему подошли братья, что нам делать? И Петр сказал им: покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Судя по всему, тут идет речь о том, что через крещение в Иисуса Христа мы приобретаем Духа Святого. Или если мы посмотрим Деяния 19 главу со 2 по 6 стих, написано, когда Павел встретил людей, учеников, он спросил им: приняли ли вы Святого Духа уверовав? Они же сказали: мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: а во что же вы крестились? Они отвечали: в Иоанново крещение. То есть очевидно, чтобы принять Духа Святого, надо креститься. Вот, ну, из этого текста мы видим. И Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть в Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками и пророчествовать. Ну, тут тоже можно по-разному смотреть, что когда Павел возложил на них руки, ну, я даже посмотрел в переводах, слова «когда» нету. То есть это когда они крестились во имя Иисуса Христа, и Павел, возложивший на них руки, сошел Дух Святой. Ну, можно так и так смотреть. Но все равно мы понимаем, что теперь Иоаннова крещения нету. Есть только одно крещение во имя Иисуса Христа. И Павел сам об этом сказал, Иоанн сам об этом сказал, когда еще Иисус не был прославлен. Он говорит: я крещу вас в покаянии, но идет за мною тот, который будет крестить вас Духом Святым. И очевидно, опять же, что если мы принимаем крещение во имя Иисуса Христа, то мы получаем Духа Святого. И поэтому у нас как бы одно крещение. Хотя, вот, допустим, мы смотрим, у Филиппа в Самаре сначала люди покрестились в воде, но Дух Святой на них не сходил, пока не пришел Петр и Иоанн. То есть они возложили руки, и только после этого сошел Дух Святой. Ну, а, допустим, в другом месте у Петра Корнилий сначала принял Духа Святого, а потом Петр говорит, что мешает им креститься. То есть крещение было после. То есть тут, наверное, такая как бы тайна, как тайна спасения, потому что это дух – это тайна, и также крещение, наверное, это тайна. Ми хочемо, щоб все було зрозуміло, одноманітно, але у Бога особисті стосунки з кожною людиною, і Ісус про це говорив так. Вітер дихає, де хоче. Вітер і дух в єврейському – це одне слово, руах. Вітер дме, де хоче, і голос його чуєш, але не знаєш, звідки приходить, куди йде. Ось так буває з тим, хто народжений від Духа. Непредсказуємо. Непредсказуємо, так. Да. Ну, єдине, що ми можемо опиратися на Слово Боже, в Євангелії Бог говорить, що нам креститися потрібно в Ісуса Христа. Не в Іоанново крещення, не ще во що-то, а іменно в Ісуса Христа. І коли ми отримуємо Духа Божого во время крещение или во время произнесения молитвы, тогда, когда мы принимаем Иисуса Христа Сыном Божьим, или вообще, допустим, написано в Иоанна 5 или 6 главе, что никто не может призвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. То есть сначала должен Отец привлечь. Иисус говорит: никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет его. То есть когда этот Дух приходит? До
рождения свыше, во время рождения свыше, исповедания или во время крещения. Дух дышит где хочет и когда хочет. И поэтому это тайна, тайна Божья. Крещение это тайна Божья. Хотя мы в любом случае должны делать то, что написано. И если сказано, чтобы мы докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. У нас є ще одне питання. В принципі, ми вже, можна сказати, почали на нього відповідати, або, можливо, і відповіли, як ви вважаєте. Чому Святой Дух сходив на віруючих сразу же після їх увірування і прийняття крещення водою? Пример з євнухом вельможі. З євнухом це дуже цікаво. Ви знаєте, теж думав в этом, как бы изучал і поднял Писание, поднял первоисточники, поднял греческий язык и не один перевод. И оказывается, там нету крещения Духом Святым Евнуха. То есть написано в Деянии 8:39, когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжая путь, радуясь. На самом деле перевод звучит так. Когда они вышли из воды, Дух Господень восхитил Филиппа, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь.